Андрея Спаситель ходил по воде, и Андрей доставал из воды пескаря, Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Но учитель на касках блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распятие оставь на потом. Онемел Спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты и верно, дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде.